Здравствуйте, с вами снова Александр. Я расскажу вам сегодня об очень интенсивно набирающем популярность в России бренде. Это компания Leo Baby, это российская компания, которая, на мой взгляд, одна из немногих, кто делает реально очень хорошую качественную продукцию. Вот. Кстати, вообще этот бренд представлен сейчас только в сети магазинов «Первая коляска», и на данный момент этот бренд вы можете посмотреть и купить только здесь. Вот. Модель называется Leo Baby Аляска. Это самая-самая, на мой взгляд, подготовленная для зимы коляска, которую я только мог видеть. Самая теплая, самая закрытая и самая укомплектованная коляска, на мой взгляд. В общем, что она себя представляет? Внешне вы можете сейчас оценить ее внешний вид. Сейчас стоит люлька, но люлькой вы в любом случае начнете первой пользоваться, поэтому с нее и начнем. Вот. Начнем сверху вниз. Сверху здесь эко-кожей обшита ручка с красивой строчкой, все ровненько. Ручка, за которую вы можете браться сразу, она выделена. Причем не выделена таким образом, что здесь ручка и здесь щель, дырка. Здесь все закрыто. Просто выведена ручка наружу, больше ничего. Вот, козырек, сам вообще материал, ткань, это что-то похожее на джинсу. Очень-очень такая толстая, плотная ткань, она вообще никак не продуваемая, как ни старайтесь. В плане продувки, водонепроницаемости также все будет хорошо. Козырек огромный, реально большой. Сзади есть часть с москитной сеточкой, которую можно отодвинуть и освободить ее. Это еще и делается простым способом, сейчас я вам покажу. Можно отстегнуть, и вот, пожалуйста, вам летом для вентиляции открыли все. Здесь магнитик специальный, который прижимает эту всю конструкцию. Очень-очень удобно, на мой взгляд. Не надо, закрыли. Все. Вот, здесь спереди. Во-первых, вся она вот обита вот таким вот приятным мехом. Если вам вдруг, но это очень сильно маловероятно, не хватит вот этого козырька, вы можете его увеличить еще. Опа. Ну, короче говоря, это для немножко таких вот родителей, которые сверх заботятся о ребенке и не хотят, чтобы там чуть ли не даже ветерочек туда подул. Это неправильно, конечно, но есть и такие. Вот, пожалуйста, это для вас. Закрыли, все здорово. Также вот здесь, с этой стороны, есть еще одна возможность запрятать ребенка. Здесь вот получается вот эта вот часть, она тоже из такого же светлого меха, и ее можно закрепить сверху за петелечку, специальную резиночку. Вот, смотрите. Туда, я не знаю, воробей не залетит. Плюс еще делаем вот таким образом. Все. Он как в домике, только ему бы еще там чем-то дышать. Вот. Короче говоря, в плане закрытости от внешних факторов, эта коляска, я не знаю, номер один, наверное, из всего, что я только вообще видел. Ну, хотя, знаете, в Санкт-Петербурге, особенно кто живет рядом с Финским заливом, это очень сильно актуально, потому что там такие ветрища, что аж сквозь кости, кажется, продувает. Вот в таком случае для жителей Финского залива это будет очень актуально. Вот. Также, давайте вот эту вещь уберу чуть-чуть вот так вот. Регулирую назад. Кстати, видите, регулируется. В комплектацию входит вот такая вот накидочка. Она тоже очень-очень теплая. Вообще шикарная накидочка, мне очень нравится. Вот, здесь по краям эко-кожа беленькая. Ну, нарядненько. Белый цвет вообще с джинсой очень сочетается. Ну, мне так кажется. Вот,
комплектацию также, кстати, входят и вот такие муфточки для рук. И они, причем, не какая-то там фигня, а хорошие муфточки, у которых в комплекте также идет вот такие вот накладочки, которые сначала одеваются на ручку, а потом уже сама муфта, чтобы и внутри сама ручка тоже была теплая. У муфты тоже здесь обычная система на кнопочках. Сейчас я вам продемонстрирую. Вот так вот это все одевается. Кнопочки раз, кнопочки два. Все, на мой взгляд, офигенски. Вот, получается, мы ходим, нам тепло. Вот эта часть тоже получается на ручке. Ну, вообще здорово. И сбоку вообще не поддувает ничего. Вообще суперски. Вот. И это все в комплекте. При том, что сама коляска стоит абсолютно недорого. Из-за того, что она избегала всех этих растаможек и всякой ерунды, за что мы все в России переплачиваем всегда. Она получилась доступной, не потеряв в качестве. Поэтому классная штука. Убираем в сторонку, смотрим вовнутрь. Здесь все так же обито этим мехом. Внутри хороший толстый матрасик. Так, что давайте посмотрим, из чего сделан матрасик. Здесь поролон с кокосовой стружечкой. Это делает матрас очень таким поролон мягким с одной стороны и упругим достаточно хорошо с другой стороны делает это кокосовая стружечка. Вот, снизу все в меху. Ну, прям, не знаю, царское ложе. Вот. И, кстати, есть возможность регулировать наклон с помощью специального механизма снизу под мехом. Очень удобно. Ребенок подрастает, ему хочется чуть-чуть сидеть. Раз, его посадили в люльки. Классно, почему бы не использовать такую возможность. Вот. Также в комплектацию входит вот сумочка, вы видите. Она... А, кстати, давайте посмотрим на размер. Она просто огромная, она реально большая. Сюда ребенок в конверте поместится без проблем. Все здесь внутри на кнопочках держится. Вот, поэтому она широкая, глубокая, точные характеристики размера я в описании добавлю, там посмотрите, но это даже и без этого видно, что она большая. Вот, по-моему, прям огонь. Так, давайте посмотрим теперь на сумочку, что у нас представляет собой сумочка. Крепится она, видите, тоже очень удобно. Ручка беленькая. Ее можно и без коляски носить, если что, так. Чем не женская сумка? Хотя я в этом не сильно разбираюсь, но нормально. Так, внутри у нас пеленальный коврик. Ну, дождевики, это понятно, всегда все идет в комплекте. Москитная сеточка идет в комплекте. Плюс сама сумка. Сумка тоже достаточно качественно, хорошо пошита, на мой взгляд, с кармашками. Да ее ничего не отличает от обычной женской сумки, мне кажется. Здесь еще один отсек. Этот отсек, как я понимаю, он, наверное, термоотсек, который бутылочку можно положить тепленькую, она там остывать не будет. Хм, интересная задумка. Так, убираем и идем дальше. Сумку я уберу пока в сторонку, чтобы не мешало. Ручка здесь классическая, вот такая кожей обита, регулируется тоже она по высоте, причем смотрите в каком диапазоне, реально, я не знаю, каким надо быть. В общем, под любого человека можно отрегулировать, диапазон очень-очень широкий. Вот, сама люлька, вы видите, она сделана в такой, как и лодочка вниз. У нее скошенный, вообще в других моделях Leo Baby люлечка немножечко поболее такая заостренная. Здесь она вот такая. Комбинация цвета тоже. Сама нижняя часть тоже здесь выполнена. Это пластик, пластиковая часть вот наружная. И сверху уже здесь получается материал. И она тоже абсолютно толстая и непродуваемая, вот эта часть. В общем, закрыто здесь все очень здорово. Вот, теперь давайте посмотрим, я сейчас установлю на нее
прогулку, потому что рано или поздно вы в нее пересядете, и изучим ее с вами, саму прогулку, как она сделана. Чтобы снять, нажимаем две кнопочки, соответственно, потом беремся за ручку и все, убираем в стороночку. Вот. И устанавливаем прогулочный блок. Вот, собственно, прогулочный блок. Он по защищенности от внешних факторов, не погоды, он практически ничем не уступает люльке. Он также хорошо закрыт. В комплектацию входит вот эта накидка на ножке, которая полностью как спальный мешок одевается снизу. И здесь не будет особо ничего поддувать. Конечно же, где-то какие-то зазорчики есть, но от них невозможно избавиться. Вот, тоже идет в комплекте, это здорово. И что порадовало лично меня, то что козырек, который установлен на прогулочном блоке, он точно же такой же, как и в люльке. А в люльке, как вы видели, он реально жирный козырек. Вот, что мне здесь нравится. Здесь есть смотровое окошечко, которое на магнитике вот так вот крышечкой фиксируется. Тоже здорово. Есть возможность еще увеличить, если вам вдруг этого мало. Ну, сейчас вот оно лежит. Вот. И даже вот в лежачем положении полностью выдвинуто. И он хорошо закрывает. Чем не красота? Здорово. Кстати, по поводу регулировки спинки. Здесь никаких ремешков. Здесь обычная система с кнопкой. Нажимаем и вот щелчки ловим и регулируем. Раз, два, три. Получается... Раз, два, три, крайние положения и среднее положение. Очень достаточно, скажем так. Вот, под ручки я вам говорил, она тоже все регулируется, все здорово. Так, давайте, чтобы видно было сам прогулочный блок, я сейчас сниму накидку на ножки. Она, кстати, крепится металлической кнопкой. Никаких липучек, все очень надежно. Убираем стороночку. Вот, собственно, сам прогулочный блок. Он большой достаточно. Что касается безопасности, здесь все стандартно. Пятиточные ремни, мягкие накладки повсюду. И паховая зона, и плечевая. Также есть вот такая перегородочка. Ну, мало ли, ребенок не любит ремни. Вы спокойно сняли ремни, ножки здесь. Соответственно, он не укатится никуда. Ну, естественно, бампер. Очень достаточно такой удобный. Который можно легко отодвинуть в сторону, чтобы посадить ребенка. Единственное, если стоит вот эта вот перегородка, то здесь вы его, ну, она будет мешать. Также подножка, которая, естественно, регулируется. Вот. Вот этот вот материал на подножке, который, он сделан из такого, знаете, как, наверное, костюм для рыбака. Он какой-то плащевки, очень легко моется, чистится, не надо там особо стирать, заморачиваться. Вот, и в комплекте идет вот такая вот вещь, как матрасик, накидочка. На мой взгляд, это вообще такая вещь двухсторонняя. Это зимой можно часть использовать, вот эту часть можно летом использовать. Здесь вот, кстати, рисунок пингвинчика есть. Вот. И блок, кстати, реверсивный. Вы можете его ставить как по ходу движения, так и против хода движения. О, пожалуйста, красота. Вот. Что касается блока, добавить мне больше нечего. Давайте теперь посмотрим на шасси. Убираем стороночку и смотрим на шасси. Шасси здесь практически такое же, как и в модельном ряду компании Leo Baby. Шасси добротное, хорошее, качественное шасси с очень крутой амортизацией. Она реально просто, вот, я не знаю, это, наверное, мечта для людей, кто любит укачать, по плохим дорогам ездить. Она реально плывет. Вообще, вот, супер плавность хода здесь присутствует. Вот. Также, что мне очень понравилось, это багажник. Багажник, он не из сеточки, не из какой-то там фигни. Здесь полноценная, хорошая, прочная ткань, которую, я не знаю, порвать, ну, надо постараться. Плюс ко всему, он глубокий, большой, с плотным дном, не висящий гамачком. И вы его можете закрыть. Казалось бы, что закрывать, там еще что-то. Но на детской площадке, когда вы приезжаете с ребенком с игрушками,
И это все открыто. Потом будете собирать, искать свои игрушки. Короче говоря, дети как саранча налетают, все забирают и убегают. А так вы закрыли, и никто ничего лишнего у вас не заберет. Вот, рама вся металлическая. Повторюсь, хорошо очень сделано. Никаких там люфтов, скрипов, ничего такого вообще не замечено. Также есть подножечка, амортизация как сзади, так есть и спереди. Колеса все надувные, резиновые. Это добавляет еще больше плавности к ходу, к пружинам. Вот, передние колеса, естественно, имеют возможность блокировки, если уж совсем какой-то тотал бездорожье. Вот, это все нормально. Еще хочу заметить, что у коляски хороший клиренс. Багажник не висит низко, то что там по ребрике бордюры будете заезжать, чиркать не будете. Очень удобно. И еще классную систему тормоза хочу отметить. Вообще прям суперская. Вы нажали, затормозили и сверху нажали, отпустили тормоз, едете. Не нужно ковырять ничего там, фигней не страдать. В общем, все здорово. Учитывая цену, ну вообще. Так, давайте теперь посмотрим, как она складывается. Посоветовал бы всегда делать ручку вот так вот, чтобы это все меньше занимало место. Все. Так, сейчас колесики у нас тут зажало одно. Вот. Рама получается у нас достаточно компактной и, на мой взгляд, в любой багажник поместится. И она легкая. Точный вес я тоже добавлю в описании. К сожалению, вот вылетело с головы, сколько именно она весит. Отдельно рама. Вот, поэтому там тоже посмотрите. Чтобы разблокировать, фиксатор отпускаем. Ставим ручку на место. И в путь. Поэтому, я не знаю. Мне кажется, здесь все здорово. Не нужно вот гнаться там за супер брендом, там еще что-то. Не, ну кому это важно, пожалуйста. Но если хотите купить недорогую относительно, естественно, она не 3 копейки стоит. Вот, ссылки на эту модель в магазине «Первая коляска» в описании будут. Пройдите, посмотрите. Если что, можете заказать в этот же день или на следующий день. Все это можно спокойно привезти. Вот, на мой взгляд, дешево, сердито. Я уже в предыдущем обзоре на другую модель этой компании говорил, что в России все-таки умеют делать хорошие качественные вещи. И плюс еще, кстати, того, что это в России делается, очень быстро решаются вопросы с сервисом. Вообще любой какой-то там момент, все быстренько, четко. Потому что все запчасти в наличии. После гарантийное обслуживание тоже очень удобно совершать. Гарантия закончилась, что-то там вдруг скрипнуло, заклинило, не дай бог, еще что-то. Пожалуйста, без вопросов. А с другими брендами немножечко все дольше происходит, потому что запросы, ответы там, ну вот так вот. Вот, поэтому нужна теплая, очень теплая, хорошая коляска для северной части России. Да и в принципе и в любой части России, почему бы и не иметь теплую коляску. Вот, тем более если вдруг лето, можно это все открыть, освободить, вентиляцию устроить, все здорово. Вот, на мой взгляд, все здорово, супер, качественно сделано. Придраться мне особо нечего, потому что тут, ну реально не к чему мне придираться, потому что она недорого стоит и очень хорошо сделана. Вот, поэтому ищите 2 в одном, в принципе и 3 в одном можно приобрести. Вот, дешево, сердито и качественно, и хорошую утепленную коляску. Я реально очень рекомендую обратить внимание на этот бренд. Модель называется конкретно это Аляска. Поэтому выбирайте, смотрите. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал, это важный момент. И, собственно, хочу пожелать вам удачи и правильного выбора. И в заключение, большое спасибо магазину «Первая коляска» за предоставленную нам алясочку в преддверии зимы. Вот. Вам всего доброго, до свидания.